Совсем скоро за парты сядут сотни юных жителей Кировско-Апатитского района. Однако для учеников Кировской школы номер 5 и Апатитской школы номер 15 жизнь изменится кардинально. На базе этих учебных учреждений начнет работать проект «Фосагрошколы». Проект нельзя назвать совершенно новым. Он вырос из программы фосагроклассов. Последние 5 лет она успешно реализуется в школах Кировско-Апатитского района, Балакова, Череповца и Волхова. Основная суть проекта «Фосагрошколы», который мы запускаем с 1 сентября на всех площадках присутствия компании, заключается в том, чтобы помочь детям в конечном итоге определиться с выбором своей дальнейшей профессии. Соответственно, проект «Фосагрокласса» у нас остается и продолжает реализовываться. Мы спускаемся на первые классы, начиная с первого класса, вся школа будет задействована в так называемые профориентационные работы. В Кировско-Апатитском районе проект «Фосагрошкола» будет реализован через производственно-экономическую игру. В ней задействуют абсолютно всех школьников с 1 по 11 классы. Будут созданы отделы, выбраны директора из детей, из учителей, и пойдет такая вот общественная работа, связанная с как раз профориентационными мероприятиями в этом направлении. Мы, конечно, этому очень рады, потому что здесь могут себя проявить не только те дети, которые потом впоследствии будут работать в компании «Фосагро», но и дети, которые имеют другие какие-то потребности. Они могут проявить свои лидерские качества, творческие способности. То есть всем найдется место в этой школе. Дети будут активны. Второе новшество – более насыщенная учебная программа, углубленное изучение определенных предметов, обширная внеурочная деятельность. Цель фосагрошколы – это будирование, естественно, научного цикла по классам с 1 по 11. Для этого в начальной школе мы вводим обязательные дополнительные часы на изучение предмета математики, как наглядная геометрия, как математика и конструирование, часы информатики, часы лего-конструирования. Для среднего звена идет пропедевтика предмета физики, уже начинаем изучать с 6 класса, химии с 7 класса, за счет часов внеурочной занятости. И открытие классов естественно-научного цикла, естественно, на третьей ступени обучения. Классы физико-химической направленности и классы химико-биологической направленности. Параллельно проекту «Фосагрошкола» будет развиваться профориентационная работа с учениками 8-9 классов других школ Кировско-Апатитского района. Это и встречи с руководством, это поездки на наше предприятие, на экскурсию. Мы тесно будем сотрудничать с музейно-выставочным центром, который готов оказать помощь вот в этом направлении нам. И, соответственно, я думаю, что на этапе уже окончания игры этого учебного года мы пригласим учащихся 8-9 классах образовательных других учреждений, чтобы они посмотрели, что это такое. Первые итоги проекта подведут в мае 2019 года.